предыдущей серии Hotline Miami 2. Тогда почему ты здесь? Я не знаю. Я хочу, чтобы ты мной гордился. Эти вещи не имеют значения. Я вижу, что ты не изменился. Что ты здесь делаешь? Это место преступления. Ну знаешь, как говорят? Убийца всегда возвращается на место преступления. Я думаю, в этом есть доля правды, верно? Точно. Сдайтесь и сознайтесь в своих преступлениях. Может быть, вам окажут снисхождение. В противном случае снаружи несколько офицеров ждут, чтобы арестовать вас. Извините, сэр, вам придется брать меня силой. Руки за голову, лечь на землю быстро! Не стреляйте, детектив, вот мой значок. Время пришло, ребята, завтра мы снова будем в большой лиге. Просто помните о плане и не опаздывайте, иначе нам крышка. Ладно, я пошел, пожелайте мне удачи, ребята. Все, бросай притворяться, просто признай это, ты уже мертв. Тогда почему ты все еще говоришь со мной? Я дам тебе 10 секунд, чтобы сдаться. Может быть, я оставлю тебя в живых. Ты из ума выжил! Хей-хей, здорово, народ! Рад вас всех приветствовать! Вы смотрите канал Hellplay, с вами Сергей Халье, и мы сегодня с вами продолжаем проходить Hotline Miami 2. Предыдущая серия у нас закончилась наркотическим угаром, где глава русской мафии начал, как я понял, расстреливать пацанов, потому что он ни хрена не понимает, и у него сплошные галлюцинации. И следующий левел, я так понимаю, он будет вот в этой, внутри группировки, мы будем расстреливать своих же ребят. В общем, все довольно прискорбно. Перед тем, как мы начнем, давайте на счет 3. 1, 2, 3. Прочай. У меня прям чай очень горячий, надеюсь, вы такие же горяченькие, потому что быть холодненьким значит быть мертвым. Мы с вами продолжаем. Вот такая вот на такой ноте шутка про мертвых. Друзья, у нас апокалипсис, вот так вот, погодите, разве это прям отдельно? Да, прям вот апокалипсис, прям вот так вот. Ух ты, звучит многообещающе. Стоп, плиз, плиз, не знаю. 25-я сцена, апокалипсис. Это прям-таки звучит завершающе, да? Вот, как вы помните, это мы пропускаем, читать мы не будем, потому что мы с вами это все уже читали. И сейчас вот здесь все это начнется. Мы нажмем с таблеточками, и нас торкнет ни хреново. Видите, друзья, наркота до хорошего не доводит. Будьте с друзьями все эти наркотики принимать. И потом хоп, и зарежете друга. Вот каково вам будет? Я думаю, вам будет не очень хорошо. Да, и вот сейчас хопа. Видите, у нее все глючит, и тут кровь будет. Да. Вот так вот. И один патрон у нас, потому что, видимо, мы еще один выстрелили. Так. Что такое? У нас как будто бы один... А, вот видите, нас глючит. Другой у нас как бы, как будто бы с огненной головой. Боже, как... А вы бы знали еще, как неудобно вот это все делать... Ну, как неудобно управлять в таком вот пьяном угаре. Я думаю, водить машину пьяным, вот примерно что-то типа того... Так, хорошо, мы прошли дальше. Тут нас уже автомат отобрали. Тут просто какой-то медведь... это будет босс. Я так понимаю, ага. Ого! Просто с ума сойти. На самом деле, довольно страшные глюки у чувака. Ну-ка, если я в него кину. Нет? Офигеть, так, я понял. Надо все-таки его просто ударить. Хорошо. Насколько стрёмно выглядит для него. На! Все, так, уходим отсюда. Офигеть можно. А, и он просто плывет. Ну да, они нас не... Что про... Нужно взять себя в руки! И нас сносит ветром. Вы знаете на его лицо? Нас сносило... Что такое? Охренеть. О боже. Я в шоке, если честно, от происходящего. А, стоп, я не мог его ударить. А, вон там дрободан, все. Я, блядь, толстяк, это так выглядит у нас. С
ума сойти. Я скажу, что это, наверное, одна из самых веселых миссий. О боже. Так, уходим. Опять дрободаж. Я даже... Что это, какой-то монстр в темноте? Ого! Так, ну-ка. Надо отойти его сейчас огнем. Нет. А, это тигр. Я думал, что это дракон сначала. Выстрелить надо, значит, я понял. Давайте попробуем. Окей, я его убил. О, боже. Вы знаете, мне на самом деле жалко ребят, которых... Это получается, он убил их всех или... Боже, что... У нас топоры. И нас убил двухглавый гусь или лебедь или... Ой, я выкинул, к сожалению. И о, огнем... Что? А, сквозь. О! Мне нужно топор взять. Так, хорошо, еще раз. Просто серия мини-боссов, друзья. Так, иди сюда. Просто меня кусает. А что надо... А, стоп, огонь же проходит сквозь. Что надо откусить ему? Ой, откусить, обрубить. Может вот так вот? Нет. Я думал, по шее надо рубануть. А, во! А, это только стреляет, понятно. Так. О боже! И мы идем по радуге. Все? Все. Я даже немного в растерянности. Да, друзья, что ж, вот так вот заканчивается Hotline Miami 2. Убийца был никто иной, как детектив, все это время был серийным маньяком. Рассказали историю парня, который служил вот этому боссу, лысый, да, что с ним случилось. И так далее. Разобрался босс русской мафии с мексиканцами или кто там. Потом в пьяном угаре перебил всех своих. Но на самом деле каких-то глобальных ответов получено не было. Либо я что-то упустил, либо... Либо я не знаю, просто это как... Стоп. Я хотел бы поприветствовать следующего гостя нашего шоу, прославившийся участием в таких блокбастерах, как «Синий океан», «Спокойствие» и «Страна деревьев». Тед! Мы прерываем... Мы прерываем программу для срочного сообщения. Президент Соединенных Штатов Америки убит. Пресс-конференция в Вашингтоне была прервана группой вооруженных людей. В ходе попытки государственного переворота президент был убит. В последовавшем переполохе был также застрелен президент России. По слухам, предводителем восстания является генерал армии США. На данный момент нет никаких официальных заявлений. Эксперты считают, что это будет рассматриваться как акт войны против России. Они опасаются, что последствия будут серьезными. Не переключайте канал, мы будем продолжать прямую трансляцию из...
Кажется, ты здесь неплохо устроился, знаешь, говорят о хороших временах, да? А что говорят о хороших временах, да. Хорошие времена не длятся долго. Это правда! Скоро все закончится! У меня было предчувствие, что проблемы меня догонят. Уже догнали? О, нет, это гораздо хуже! Сколько у меня времени? У тебя? У тебя мало времени. Ни у кого нет много времени. И я ничего с этим не могу поделать, верно? Да! В настоящий момент никто ничего с этим поделать не может! Ладно, тогда не нужно сопротивляться. Я рад, что ты понимаешь. Покидать этот мир не так страшно, как это звучит. Это наш лысик со своей мамой на Гавайях. А вот и ядерный взрыв. Вот теперь, я так понимаю, есть конец. А, ну вот. К чему-то что-то пришло. А, погодите. Что такое? А, это просто такие финальные титры так сделаны. Да, и вот их всех сносит ядерный взрыв. А, все закончилось, друзья. Все закончилось войной двух сверхдержав. Соединенных Штатов Америки и России и ядерным апокалипсисом. Все друг друга разбомбили. Как это актуальненько в последнее время. Наш детектив все сносит всех. Вот так вот. Что ж, вот теперь мне нравится, как закончилась игра, потому что, ну, в наркотическом опьянении было совсем как-то не так вот непонятненько. А тут как-то вот пришло к концу этот последний диалог, тоже расставил точки на свои места немножечко, но опять же не полностью. В любом случае, я надеюсь, вам понравилось это прохождение вместе со мной. Друзья, ставьте лайки, поддержите канал. Я очень радуюсь, когда вы ставите лайки. Вот, не хворайте, не болейте, друзья, не конфликтуйте ни с кем. Лучше дружить, неважно какой вы национальности, какого вероисповедания. Дружите и общайтесь нормально. Входите в положение другого человека и... попробуйте принять его точку зрения, что на существование имеет не только право на существование имеет не только ваша точка зрения или ваши взгляды на религию там и на какие-то вещи, а что, возможно, есть какая-то другая сторона. Возможно, она не настолько действительно будет точна или лучше, но в любом случае она имеет место быть, поэтому сохраняйте мир, лучше трудиться во благо с друг другом и прийти к чему-то крупному, чем по мелочи рассориться и поубивать друг друга. А с вами был Сергей Хелье, счастья, удачи, здоровья, не хворайте, не болейте, у нас есть канал на Twitch, там проходят прямые трансляции и плагины автоматического уведомления. Также есть группа ВКонтакте, группа в Стиме и я ВКонтактике. Ждем вас в наших социальных сетях, все ссылочки в описании под видео. Всем счастья, удачи и здоровья, всем пока!